собрались самые сильные люди России. Сейчас мы вам обязательно всех их представим. Сегодня судья на наших соревнованиях, самый сильный человек России Игорь Педан. Итак, разрешите представить вам сегодняшних участников соревнований. Ивашкин Александр, город Одинцово, чемпион России среди любителей по силовому экстриму, победитель «Аксинский богатырь» 2012. Бурными аплодисментами встречаем участников. Не каждый день приезжают к вам такие богатыри. Резенков Сергей, мастер спорта по пауэрлифтингу, самый сильный человек из Новомосковской Тулы. Не жалеем ладошек. Бордюженко Василий, тоже город Тула, мастер спорта по пауэрлифтингу. Гридягин Александр, Богородец, серебряный призер «Аксинский богатырь» 2011. Терехов Дмитрий, самый сильный человек, город Тула. Смотри, каких богатырей в городе Туле-то выращивают. Чемпион «Аксинского богатыря» 2011. Кирюшкин Вадим, город Люберцы, мастер спорта международного класса по жиму лежа, мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион Евразии 2007 по жиму лежа. Не вижу ваших ручек, аплодисменты благодарим России. Ермиков Евгений, знаменитый мастер спорта по жиму лежа. Рекордсмен Московской области по жиму лежа. Победитель Балашихинского силача 2011. Пустовой Руслан. Мастер спорта по пауэрлифтингу. Самый сильный человек. Город Астрахань. Представляете, откуда богатыри приезжают? Арискин Игорь. Мастер спорта по пауэрлифтингу, город Москва. Туканов Максим. Мастер спорта по жиму лежа, чемпион Москвы. И абсолютный чемпион Калужской области по жиму лежа. Серебряный призер «Аксинский богатырь» 2012. Орешков Роман, город Кедр. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и жиму лежа. Вице-чемпион евролифтинга по жиму лежа. Приветствуем, дорогие друзья, бурными аплодисментами. Здесь сегодня будет жарко. Сегодня в честь праздника Дня защитника Отечества для вас экстремальная силовая команда «Прорыв» со своим показательным шоу. Встречайте! Не вижу ваших рук! Не вижу ваших ног! Не слышу ваших голосов! We'll be right back.
Отечества! Мы очень рады быть, что этот праздник и защиты Отечества, и самых сильных людей в России. И сейчас следующий трюк — это карты. Здесь одна колода карт 36. Это мало. Сейчас Андрей достанет еще одну. Две колоды карт по 36, это сколько будет? 72. 72 колоды. О, 72 карты. Вместе. Такой получается брусок. Из карт с пластиковым покрытием, как там написано. Если кто-то сомневается, можете почитать, пожалуйста. Там вот такой здоровенный. Миша, не торопись, я достану еще одну колоду карт. Три. И сколько будут три колоды карт? 108. Правильно. И вот такой брусок из трех колод карт. Кто-то сомневается, что это настоящий, можно посмотреть, не подпиленный, не подрезанный. Поиграть это будет очень долго, и вообще мы играем совсем по-другому. Не хочется оставаться ни дураками, ни козлами. Поэтому мы разрываем эти карты, вернее, Михаил, на две части. Это очень сильные кисти рук. Одновременно 108 штук. Еще чуть-чуть, Миша, давай. Чемпион области по рестлингу. Города Ярославля Михаил Савин. И сейчас у Андрея в руках вот этот болт 12 мм толщиной, еще называют его глухарь. Все можно попробовать потрогать. Можно потрогать. Попробовать погнуть. Можно я могу? Ну, дети, все понятно. Дети молодцы. Вот, пожалуйста. Поучаствуйте, поучаствуйте. Посмотрите, что все настоящее. Оцинкованный стальной шурмук 12 мм толщиной. Андрей сломает его на две части. Еще чуть-чуть. Он сделал это. И следующий номер называется «Человек-молоток». Это доска 50 мм толщиной, то есть это толще, чем подоконник. То есть если кто-то со строительством сталкивался, все понимают, что даже молотком очень сложно ее пробить с одного удара. Но Михаилу не нужен молоток, он будет пробивать голой рукой. Единственное, он подкладывает небольшой кусочек волока, чтобы гвоздь не вышел с другой стороны ладони. Поддержите его. Он сделал это. 5 сантиметров сделал, пробил с одного удара на стул. Михаил. И еще раз. Молоток. И сейчас у меня в руках вот этот стальной пруд 16 мм толщиной. Это настоящая сталь. Это арматура. Можно сказать, арматура. Мы не будем сгибать ее ни о голову, ни о колено. Николай, потрогай, пожалуйста, кто-то потрогай. И Михаил будет сгибать ее, а свой подбородок и закручивать в три кольца. Нужно не только терпеть боль, но и нужна огромная сила для того, чтобы сделать из этой арматуры кипятильник.
давайте поддержим. Михаил, давай! С каждым кольцом все тяжелее и тяжелее. Без нашей поддержки это еще сложнее. Лиса, давай! И последнее, третье, самое сложное. Лиса, мы с тобой, давай, давай. Еще чуть-чуть, Миша. Наши музыки никогда не сдаются. Мишаня! И последнее, заключительное, третье кольцо. И он делает это! Очень актуальный предмет в этот холод. И сейчас у Андрея в руках вот такой, вернее, несколько справочников. Такой толстый предмет, где-то может быть 6 сантиметров толщиной. Он будет разрывать его на две части. Сейчас Михаил в руках полотенце. Он складывает его в 8 слоев и будет рвать на две части. И он делает это очень легко. И сейчас заключительный трюк первой части нашей программы. Мы называем его мост. Это два приспособления, которые вы видите. Вот эти гири по 24 килограмма. И общий вес, который будет держать Андрей, 150 килограмм. На самом деле, я не знаю, кому тут сложнее. Андрей будет удерживать силой спины 150 килограмм, а Михаил будет делать гирями по 24 килограмма крест. Вас не слышно? Мы еще вернемся, и сейчас продолжается замечательный праздник силы. Итак, это замечательное было экстремальное силовое шоу «Прорыв». Ваши аплодисменты! Эти с виду простые парни. Подъем природных камней. И первое выполняет пустовой Руслан. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Тяжеленные камни. Один. Есть. Yeah.
он! Итак, второй у нас участник. Ермиков Евгений. Приготовиться к Кирюшкину. Итак, Евгений Ермиков, Московская область. Приветствуем! Пожелаем ему удачи! Итак, свисток дан. Поехали! Давай, давай, Евгений! Один есть! Еще, еще, еще! Еще чуть-чуть! Поддержим, дорогие друзья! Еще, давай, Евгения, давай! Молодец! Еще немножко! Давай еще чуть-чуть! Еще чуть-чуть, еще одна попытка. Время пока идет, есть время. Поддерживаем, поддерживаем аплодисментами, Евгений! Так, Евгений, еще чуть-чуть размяться. Вы сможете, вы обязательно это сможете. Потому что здесь, на Горьковской земле, собрались самые сильные люди России. Давай, еще, давай, давай. Уже не стопать. Давай, молодцы, дети, кричите громче, поддерживаем наших участников. Нет, Евгений решил пока дисциплинку эту подождать, но в другой ему обязательно повезет. Итак, приготовиться Вадиму Кирюшкину. Итак, Вадим Кирюшкин, город Люберцы, мастер спорта международного класса по жиму лежа, чемпион Евразии 2007 по жиму лежа. Ваши аплодисменты. Свисток там судьей. Один есть. Браво. Второй такой кругленький. Такой противненький, такой тяжеленький, но всегда спортсмены смогут преодолеть все эти трудности. Молодец! Браво! И самый тяжелый камень, поэтому самая низкая тумба. Еще чуть-чуть! Еще чуть-чуть! Давай, молодец, Вадим! 31 секунда ровно. Браво! Сейчас Гридягин готовится, Цуканов. Итак, выходит Гридягин. Слышу! Наши аплодисменты! Время пошло! Давай, Александр, давай! Один есть! Поддерживаем, поддерживаем участников! Вот самый кругленький-то камешек такой, но он его обязательно сможет туда закинуть. Браво! Опа! Итак, браво, Александру! 32,7 секунды. За 32,1 совсем маленькие секунды. Тут поднимают. Итак, Максим Цуканов. Абсолютный чемпион Калужской области по жиму лежа. Чемпион Москвы. Мастер спорта по жиму лежа. Ваши аплодисменты. Тяжелейте ладоши, погрелись, покричали, попрыгали, чтоб не замерзнять. В честь такого праздника. Итак, судья дал свисток. Аплодируем, поддерживаем. Раз, оба. Очень сильно, чересчур даже. Смотрите, организаторов там не убейте, а то они нам еще нужны. Только первая дисциплина. Опа, браво. Так. Давай, давай. Тут тоже подкинем еще раз. 25,1. Пока это второй результат. Итак, Василий Бордиженко, ваши аплодисменты, город Тула. Мастер спорта по пауэрлифтингу. Не жалейте ладоши, грейте ладони. Бурными аплодисментами поддерживаем участников.
серебряный камешек, но обязательно вы справитесь. Давайте, Василий. Еще немного и поддерживаем, поддерживаем. Браво, второй есть. И самый тяжелый камень. Есть! Ура! Время? 41,2. Ура! Аплодисменты Василию Бардышенко. Следующий Терехов готовится и Вашка. Красковато было чуть-чуть. Так, еще поддерживаем, поддерживаем. Вот такие вот природные это камни. Опа, есть. Так, второй камешек, второй. Опа, легкая, браво. И еще чуть-чуть, чуть-чуть. О, ура. 35,2. Ивашкин готовится орешку. Не так-то просто поднять эти легенькие камушки. 80 килограмм, 110 килограмм и 130 килограмм. Итак, судья дает свисток. Еще чуть-чуть, есть! Время! 20,1. Второй результат пока. Аплодисменты! Орешков готовится Разенков. Подходить не можете. Итак, Рома Олешко. Давайте поддерживайте спортсменов, поддерживайте. Поддерживайте, вот такие вот богатыри-то у нас. День защитника Отечества-то. Только у вас и только сегодня. Еще чуть-чуть, а поддерживай, поддерживай, давай! Браво, молодец! 22,9. Третий. Хороший результат! Так, в легкую Сергей закинул первый камушек. Молодец, давай, Сергей, давай! Давай! Еще чуть-чуть, давай чуть-чуть! И третий, самый тяжелый, 130 килограмм камень. Опа! Молодец! Аплодисменты! Сергей! 26,6. Поехали! Раз! Есть! Давай! Второй! Круглый, противный! Третий результат. Итак, дорогие друзья, мы завершили первую дисциплину подъем природных камней. И пока сейчас наши организаторы. Так, Евгений Ермиков, без гантели. Главный судья нам скажет? 85. Все-таки судья настоял на своем. 75 поднимают дети, а наши богатыри поднимают 85 килограмм. Ваши аплодисменты! Давай!
Итак, сколько? Три раза засчитано, да, Игорь? Засчитано главным судьей три раза гантели весом 85 килограмм. Евгений Ермиков, ваши аплодисменты. Бордюженко, готовится Терехов. Итак, Василий Бордюженко, город Тула. Василий Бордюженко сказал, что 85 килограмм он сегодня поднимать не хочет, потому что у него сегодня праздник, День защитника Отечества. И что напрягаться? Терехов, готовится Гридягин. Итак, Дмитрий Терехов, самый сильный человек города Тулы и чемпион Аксининского богатыря. Один есть. Два есть! Незащитно? Он же выпрямил, Игорь. Нужно встать вот так вот. Главный судья у нас строгий. Дмитрий сказал, что за 5 он не успеет. Аплодисменты, Дмитрий Терехов. Гридягин, готовится Кирюшкин. Несправедливо. Александр Гридягин, город Богородец. Серебряный призер «Аксининский богатырь» 2011! Тяжести несусветные тут! И шашлыком-то запахло так сильно! Нет! Нет, сказал судья, нет! Ну надо! Надо, поддерживаем Александра! Аплодисментами! Еще время осталось, вы сможете! Не засчитал судья, но за смелость и волю к победе бурные аплодисменты! Кирюшкин, готовится Разумков. Молодец.
Итак, выходит Вадим Кирюшкин. Мастер спорта международного класса по жиму лежа, город Люберцы. Но время еще есть, вы сможете, мы верим в вас! Она легкая, давай! А легкая, кто это там сказал, она легкая? Ну-ка, идите-ка, попробуйте! Давай, давай! Сейчас мы вас пригласим, не переживайте! Посмотрим, как вы отечество будете защищать! Мы для вас там тоже подготовили! Итак, все равно один-то был подъем! Аплодисменты Вадиму Кирюшкину! Разинков, готовится Цуканов. Сергей Разинков. Город Новомосковск. Не засчитал судья ничего, еще время есть, вы справитесь. Давайте, Сергей. Опять судья свисток опустил. Все у нас тут по-честному, серьезная борьба. По-честному. Чтобы стать богатырем России, не так-то просто. Давай! 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 Давайте, Сергей! Одно не получается, другой рукой, значит. И ногами! Получилось, но ничего. Все, Сергей, пробовать больше не хочет эту легкую гантелью поднимать. Цыганов готовится орешку. Выходит сюда Максим Цуканов. Даже птицы замолчали в горках, потому что это легкая гантеля, потому что наш замечательный судья не захотел, чтобы они подняли ее и прикрутил еще 10 килограмм. Зачем? Потому что он-то самый сильный человек в России. Он-то ее может поднять, и он воспитывает таких богатырей. Это коллективное решение, сказал Игорь Педан. Готов, Максим? Давай! Давай! Прямой ход у вас. Давай! 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 Поддерживаем! Пока нет. Но еще все впереди. Давай! Давай! Есть один! Не нравится эта гантеля нашим богатырям. Ну вот она очень легкая. Не нравится она им. Орешков готовится Орисков. Роман Орешков!
стороны подходит. Вот главное, с какой стороны подойдешь к гантели, так ее и поднимешь. Сейчас работаю в легкую. Которые тут толпятся, говорят, еще разок, еще давай. Давай, молодец! Романа Резко, отличный результат с этой новенькой гантелькой. Я предлагаю всем остальным богатырям с той же стороны заходить, так лучше. Арискин, готовится и Вашка. Это волшебная страна, с нее подходишь и сразу поднимаешь. Оттуда вот там с горочки, а тут так с горочку. Итак, Игорь Арискин. Давай, давай. Есть один. Молодец. Второй есть. Молодец. 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 Третий есть. Молодец. Пятый есть! Молодец! Шестой раз, давай! Давай! Шестой есть! Ни хрена, вот ты мой раз еще! Ивашкин, завершать упражнение, будь пустовой. Так, за земляка приготовили ладошки. Похлопали. Александр Ивашкин, город Одинцово. Ага. И одной рукой. Не вижу ваши ручки. Давай! 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 Один есть! Давай! 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 Второй! Третий! От Москвы. Давай, стадион, хорош! Оп! Приезжайте! Пятый! Давайте, время осталось.
пустовой рукой. Итак, выходит Руслан Пустовой, который в первой дисциплине показал самый лучший результат. Ваши аплодисменты! Человек теплый, Астрахани! Пока один. По-моему, надо отойти подальше. Второй есть. Давайте, Руслан. Все равно два подъема. Аплодисменты. Итак, в этой дисциплине лучший Арискин, второе место Орешков, третье Ивашкин. Ваши аплодисменты. Ну что, дорогие друзья, вы не замерзли? А где вот там мужчина, который кричал, она легкая? Вы остались в горках-то, есть богатыри? А, мужчины? Богатыри-то тут есть? Да, будет понятно, вы начинающие богатыри. А мужчины тут сильные. Весом 300 килограмм на 30 метров. Не замерзли? Дорогие друзья, не расходимся, потому что впереди мы будем кататься еще на газели. А там в ней тепло. Там водитель натопил, наверное. И своими бурными аплодисментами давайте поддержим участников. Потому что с гантелью у них немножко не сложились теплые отношения, но с колодцем точно им повезет всем. Правда? Давайте намучим воды в этом колодце. Ну-ка, поехали, повторяем. Это дисциплина уже? Или вы пробуете? Уже началось, говорит Игорь. Можно музыку потише? Потише музыку. Поддерживаем наших участников. Наконец-то мы приступили к третьей дисциплине перевязки колодца. Итак, Сергей Рызков. 26,39. За 26 секунд и 39 сотых. Сейчас будет Гридягин, следом за ним Бордюженко. Итак, второй участник в этой дисциплине Александр Гридягин. А приготовится Василию Бордюженко. Итак, спортсмен готов. Вера, ты где? Да. Вот так вот, 320. 5. Давайте, Александр. Колодец. Полный воды. Очень тяжелый колодец, но за смелость аплодисменты Александру Гридягину. Вы проверили, да, мужчина? Василий, мы верим в вас. Что сделали, а? Давай, давай! Не надо меня. Идем, идем. Еще чуть-чуть. Я не так. Еще немножко. Еще совсем чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Медленно, но верно. Мы приближаемся к финишу. Я не говорю вот так вот, смотри.
этот неподъемный колодец. Там, наверное, скотч очень много весит. Ровно 8 метров. На 8 метров пронес Василий Бордиженко. Сейчас Цуканов, готовится Кирюшкин. Помощники готовы уже постоянно. Итак, поддерживаем аплодисменты Максима Цуканова. Максим, вам надо его обратно принести. Наши помощники обратно не смогут. Давай, Максим, пошел! Максим, вы сможете! Замеряем. Помощничкам тут небольшой. Ну что, мужчина, пойдете помогать нашим помощникам? Мужчина в шапке, идите, помогайте. У вас же праздник сегодня, давайте, давайте. Сейчас замеряют, и тогда потащите. 2 метра 75. Ну кто-нибудь допрет же этот колодец уже, как его по-другому-то? Давайте, давайте! Давайте дышим ровно. Идем, идем. Главное дойти. Где эти 30 метров ужасные заканчиваются? Вот там. Ой, елки, это всего 15 метров. Оказывается, прям огромная дорога, длинная. Браво! Ничего, он сейчас обратно просто прибежит с ним. Потому что дорога обратно всегда короче. Давай, вот так вот, город Люберцы. Надо, надо все это сделать сегодня. Только сегодня. Да, еще чуть-чуть. 325, где? Это не сумочка из магазина. Вадим, ну чуть-чуть осталось. Нет, Вадим, это силовой экстрим. Приглашаем всех сюда. Да? Ну как, получилось у вас? Ну сейчас я посмотрю, когда все участники закончат, как будете работать. Итак, Руслан Пустовой! В легкую! Понес, понес, понес! Понес сыну такой, даже можно сказать, небольшой богатырь. Браво, Руслан! Еще чуть-чуть! Мы верим в вас! Давайте, Руслан! Браво! Еще! Молодец! Молодец! Еще чуть-чуть! Руслан Пустовой, город Астрахань! Вот такие благодари есть! Еще чуть-чуть! Браво! 35,42 фото в секунду. Богатыри там потеплее, они там как в парнике растут, наверное. Им там хорошо. Вот, вы уже не первый раз его таскаете. Первый. Так что вы, наверное, его сможете донести. Знаю. Но мы верим в вас. Большой вопрос. Евгений Ермиков! Правильно, шнурки надо точно связать. Чтобы они в колодце не остались. Евгений Ермиков, победитель Балла Шихинского, силача! А, шнурки, ну вот видите, все же надо делать вовремя, мужчина. Шнурки обязательно надо вязать сразу, еще гладить их надо. Евгений Ермиков!
быстро обстановку с этим колодцем. Осталось совсем чуть-чуть. Еще поддерживай, поддерживай, Евгения! Осталось немного, чуть-чуть, Ярославки, еще! Еще немного! Вот такие вот богатыри у вас сегодня на Горковской земле! Браво! 40,97 секунды, третий. Аплодисменты Евгению! Поддерживай, поддерживай! 325 килограмм! Не каждый день у вас на глазах такой колодец носят! Еще немного! Еще чуть-чуть! Давай, Дима, еще немного! 325, Дима, молодец! Силачи переживают друг за друга и помогают. Дима, ну чуть-чуть! Нет, сказал Дмитрий. И наши участники. Город Одинцово и обратно. Он его возьмет с собой. Еще чуть-чуть до заветной черты. Совсем немного. Еще чуть-чуть. Последний бой. Он трудный самый. Ну еще надо выдохнуть просто и обратно прибежать с этим колодцем. Все равно сможет Александр это сделать. Просто надо посыпать еще руки, и все будет хорошо. Давайте! Город Одинцово, лучший город Московской области, не посрамим! Поддерживаем! Да, Александр, не помог волшебный порошок, но все равно, а и несчастные наши организаторы... Ну, Роман у нас знает, с какой стороны подходить, и сейчас он все сделает как надо. Поддерживаем Романа! Давай, давай! Еще чуть-чуть. Еще, еще, поддерживаем, поддерживаем! Праздник Дня Защитника Отечества! Да надо же занести этот чертов колодец! Давайте! Попили в рядочке и пошли на старт. Давай, Роман! Еще чуть-чуть, браво! И так же в легкую обратно! Вот главные помощники больше всего хотят, чтобы мы донесли! Еще, Роман, надо! Итак, в этой дисциплине завершает ее Игорь Арискин. Аплодисменты! Просто как в магазин пошел. Легкую. Отлично! Игорь Арискин! Да, вы сможете! Браво, браво! Еще чуть-чуть! Немножко! На! Вот такие богатыри вот у нас!
чуть-чуть. Еще немножко. До черты. Еще капелюшку. Еще. Браво, Игорь Орискин, город Москва. 48,90 секунды. Четвертый результат. Третье место у Ермикова в этом праздновании. И все настоящее, все здесь по-настоящему, как вот эти гвозди. Это самые большие строительные гвозди, 300 миллиметров длиной, 9 миллиметров толщиной. Посмотрите, пожалуйста. Смотри, да. Можешь попробовать, только не зубами. Настоящие, да? Давай, давай. И сейчас Андрей не просто согнет их, он закрутит их в узел. Рекорд Андрей установил, закрутив их за 36 секунд. Еще чуть-чуть. Нужна ваша поддержка. И сейчас Андрей закончит связать из них узел. И он сделал это. Сейчас в руках очень знаменитый предмет. Это самый популярный вид спорта в России. На 1000 бит один мячик. Большинство водителей знают и увлекаются этим видом спорта. Сейчас Михаил сломает более сложным способом. Здесь какая-то машина стояла. 25-й регион, чья это? Издалека, это моя. По-моему, с Дальнего Востока. Настоящий номер, не подпиленный, не подрезанный. Это березовые черенки, используются для всех хозяйственных инструментов, типа грабли. Их здесь два. Береза – это очень крепкое дерево. Но еще крепче плечо Михаила. И сейчас будем испытывать, что именно крепче. Два березовых черенка или плечо Михаила. И сейчас более серьезный предмет, это 20 миллиметров стали.
Сейчас вы увидите, что она выдерживает вес 200 килограмм. Если под этим весом она не согнулась, то под мощью рук Андрея этот стальной брус согнется в дугу. Еще чуть-чуть, давай, Андрей! И он делает это! Цепь 4 миллиметра толщиной. Он сделал это, металлическая цепь. Одно из звеньев не выдержало натиска мощи Михаила. И сейчас вот эта сковородка, Чифаль, которая всегда думает о нас. Еще этот трюк имеет второе название — «Слезы женщин». И Андрей сейчас будет поваром и нас готовит из нее рулет. Настоящая 3-миллиметровая, крепкий металл, алюминий. И еще чуть-чуть. Это не икеевские сковородки, которые от одного вида начинают гнуться. И последнее, что это вот эти банки со спрайтом. Давайте не дадим друг другу засохнуть. Будем классно проводить этот замечательный день и этот праздновать этот праздник. Спасибо. Мы благодарим за вашу поддержку, и шоу «Силачей» продолжается. Игорь идет. Куда ж мы без Игоря-то? Главный судья нашего силового экстрима готов. И один. Есть. И второй. Есть. И третий. Есть. И четвертый. Почти все. Есть. Отлично. Обратно. Обратно веселее, веселее. Уже пошло обратно. Пятый.
40:30. 40 секунд! Суканов, готовится Бартюженко. Максим Цуканов готов одной левой поднять эту покрышку. Дорогие друзья, поддерживаем! Поддерживаем! Он готов, судья дал свисток. Один есть! Второй есть! Третий! Вот так вот ваши земляки кидают эти покрышечки легенькие. Бартюженко готовится и Влашкин. И 4 есть! Поддерживаем! Давайте, давайте! 5! 6! 7! 8! 34:53. Василий Бартюженко! Ивашкин готовится Орешков. Два. Три. В легкую. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, Александр Ивашкин. 29:65 секунды. Пока лучший. Вот так вот! Город Одинцово, Александр Ивашкин! Орешков! Тетя! Один! Молодец! Два! Три! Четыре! Итак, Вадим Кирюшкин. Поезд нам уже не нужен, потому что она легкая. Поддерживаем, поддерживаем. Один есть. Два. Считаем. Четыре! Пять! Громче считаем! Шесть! Семь и последний! Браво! 33:60. 8 раз перекинуть 320 килограмм. Терехов готовится Арискин. Дмитрий Терехов, город Тула. Считаем, уже 2 было. 3. Уже 5 было. 4.
классика вообще. 6. Ну, маленькая лежит тут под ногами. 7. И последний раз. Есть. 33,95. Арискин готовится Ермиков. Игорь Арискин пока лидирует в общем зачете. Ну, Игорь Арискин сейчас... Поддерживаем, один есть! Скорость какая? 2! 3! 4 есть! 5! Молодец! 6! Еще чуть-чуть, 7! И скорость быстрая, 8! Браво, 29 и 24 сотых. На 1 сотую лучше, чем у Орешкова. Аплодисменты! Полетел тут белый снег, полетел. Ермиков готовится к пустовой. Евгений, давайте! Евгений Ермиков! Один есть! Второй есть! Третий! Четвертый! Пятый! Шестой! Седьмой, последний, давайте, Женя! Есть! Евгений! 27 и 15. Уже толкает эту покрышку. Лучший результат. Пустовой. И завершать упражнение будет Разинков. Итак. Руслан Пустовой, поддерживаем. Один есть уже. 2 уже. Уже почти. 3. 4. В легкую 8! 28,90. Второй результат. Все равно классный результат! Руслан Пустовой, город Астрахань! Еще громче поддерживаем Сергея! 25,23. Лучший результат. Самый лучший результат в этой дисциплине! Сергей Разинков! Тройка лидеров в этом упражнении. Разинков, Ермиков и Пустовой. С руками! И осталось, колесики сейчас перекатятся через отметку 20 метров. Свистом. 50,32 секунды. Браво! Отъезжает водитель. Ну что, ребята, помахайте руками. Уже готово. Набились дети в нее, они тоже готовы. Итак,
43,43 секунды. Василий лучший пока в этом году. Уже лучший результат! Василию аплодисменты! Мы ногами! Где еще можно покричать? Подумаешь, там 12 детей. Не слышу вашей поддержки. Еще, вы смотрите, какая тяжесть. Чуть-чуть максимум. секунды. Аплодисменты, Максим Туканов! Сейчас Вадим Кирюшкин, он в общем зачете обгонял Максима на 1 балл. Они тоже борются между собой. Готов к выполнению 5-й дисциплины. Поехала наша газелька! Чуть-чуть ржавенькая, но быстрая! Поддерживаем Вадима! Аплодисменты! Посмотрите, как стараются наши силачи! Все равно аплодисменты за любой результат, такая тяжесть. И в общем зачете мы... Надержимся! Давай, Дмитрий! Тащи! Она просто летит уже сюда, эта газель! Прям бегом едет. Дима, давай! Давай, быстрая газель с таким грустным-грустным водителем. Еще чуть-чуть. Свисток! 44. Итак, в полной тишине. Евгений Ермиков начинает писать эту газельку. Поддерживаем Евгений Ермиков! Давай! Отлично, отлично! Давай еще! Вот такой вот балашиковский силач! Давай, Евгений! Катается туда-сюда. Свисток! Молодец! 34,86. Аплодисменты Евгению Ермикову! Результат готовится и ваша. Свисток! Давай, ура! Жми! Вот так, давай, вот так, отлично. Вот так, хорошо. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай.
Еще быстрее! Молодец! Аплодисменты Сергею! Ивашкин готовится Орешков. Так, Александр Ивашкин. Убежал. Колин уже бежит, спешит. Выполнить партию. Так. Поехали, Александр Ивашкин! Давай, Саня, давай! На снежок газельку ставим. И поехала быстро-быстро! Поддерживаем Александра! Давай, 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 еще! Скорее, 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 скорее! Давай еще, давай, давай, скорее, быстрее надо. Давай, давай, Александр! Ты сможешь? Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть. Передумал Александр, потому что, наверное, не воспользовался ли на лед, потому что сложнее гораздо тянуть. Итак, готовится Роман Орешков. Итак, Роман готов? Мы верим в вас! У вас такая поддержка тут! Поехали! Роман Орешков, поддерживаем! Давай! Давай, давай, быстрее, быстрее! Давай, 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 43.38 секунды. Аплодисменты Роману! Давай, давай. Вот такие вот силачи. Игорь и Руслан, поддерживаем аплодисментами сегодняшних силачей. Давай, Игорь, давай! Давай! Еще быстрее, молодец! Давай, Игорь, ты лучше, давай! Игорь Орешкин! Из Жаркой Астрахани! Вот такой вот русский богатырь! Ноги спина, ноги спина!
быстрей! В этом виде и в общем зачете. Руслан Костай! Мастер спорта по пауэрлифтингу! Самый сильный человек Астрахани! Ваши аплодисменты! Колоец! Поддерживаем Сергея! Давай, давай! Молодец! Всего на каких-то 36 секунд. Давай. Один есть. Давай, Горюк. И два есть. И три. Лучше. Молодец, Игорь! Выходите, Максим, выходите. Терехов Дмитрий! Ивашкин Александр! Аплодисменты! Ермиков Евгений! Орешков Роман! Итак, я предоставляю слово главе сельской успенской администрации Смирнову Александру Валерьевичу. Ваши аплодисменты. Дорогие мужчины, сегодня 23 февраля, мужской праздник, один из немногих, когда мужчины могут принимать поздравления от слабого пола. У этого праздника давняя традиция. В 22-м году он признан официальным. Был днем Советской армии и военно-морского флота. А после распада у нас остался День защитника Отечества. Но сегодня этот праздник не только тех людей, которые служили в армии, в силовых структурах, хотя, наверное, среди присутствующих здесь большинство. Сегодня праздник мужчин в широком понимании этого слова, кто может называться мужчиной. Кто может защитить не только страну, но и свою семью, свою женщину, своих детей. Я сегодня поздравляю вас с этим праздником. Желаю всего-всего самого лучшего, хорошего, чистого неба над головой и удачи. Но вот сегодня мы проводим такой спортивный праздник. Сегодня вот настоящий мужчина вот здесь присутствует, настоящие богатыри в полном смысле этого слова. Я хочу сегодня поблагодарить за участие всех спортсменов и вручить от администрации призы, а лучшим кубки и награды. Спасибо. Ну и для начала мы хотели бы, конечно же, поблагодарить каждого из наших участников, кто не победил, но и не проиграл, и, соответственно, получил подарки от сельского поселения Успенское. Самым сильным мужчинам ура! Thank you.
Еще больше, чтобы могли. Третье место в нашем состязании занял Резенков Сергей. Аплодисменты! Игорь, извините, Игорь, дополнительный вам приз за эту историю.